Артисты – люди суеверные, потому своим личным счастьем делятся очень постепенно. Спустя 3 месяца после появления на свет дочери Юлия Ковальчук наконец поделилась ее фотографиями в Инстаграм. Правда, не до конца. Семья Маликовых оказалась более открытой для поклонников. Всего несколько дней назад на свет появился сын, а жена артиста Елена уже поделилась семейным снимком в полном составе. Рита Дакота, которая сейчас вместе с мужем Владом Соколовским отдыхает на Бали, наконец показала лицо их дочери Мии. За очень красивое фото молодая мамочка поблагодарила глянцевый журнал, который, видимо, и опубликовал эти снимки раньше родителей. Рэпер Мот лицо сына, увы, так и не показал, зато уже определился с именем. Теперь кодовое мини-мод можно смело менять на Соломона.